7.5.5.2 и 5.1. Нет необходимости все время настраивать механистический ключ, это делать автоматически сам по ходу операции. Достаточно просто вот коснуться его, показать, куда ты смотришь. Все, все остальные данные, все остальное, что тебе нужно, увеличение глубины освещения, он сделает сам. Новое поколение микроскопов. То есть понятно, что нейрохирургии золотым стандартом является микрохирургия, что мы все операции делаем под микроскопом. Но предыдущие модели — это микроскоп, где хирург сам выбирает себе увеличение, выбирает себе глубину раны, освещение и так далее. Энтера считается самым лучшим микроскопом, то, что выпускается из своей линейки. А в линейке где-то порядка 5 видов микроскопов. Вот. И это самый лучший его представитель, потому что там это все, там компьютер интегрирован в микроскоп, и он позволяет хирург до операции задает параметры, которые ему нужны. Дальше уже микроскоп сам по ходу операции. Хирургу нужно только сделать наведение на рану. Какую область он будет смотреть, микроскоп все делает автоматически. То есть освобождаются руки хирурга. Ему не нужно все время переставлять, поправлять и так далее. Его руки свободны, он может все время делать операцию.